Добро пожаловать. Хотите чаю? Вы хотите выпить чаю? Со мной? Нет. Но этого требует вежливость. Чего я хочу, так это вашей помощи. У меня украли карту. Ее нужно вернуть. Кензи весьма превозносит ваши таланты. Госпожа Сандзё, я не пойду на преступление. Даже если вы с Кензи друзья. К вашему сведению, эта карта мест, где хранятся запасы еды. Они нужны, чтобы кормить жителей Тойотамы. И вы хотите, чтобы я нашел вора? О, я знаю, где он. Прячется в игорном притоне у колодца трех дорог. Мне нужно только, чтобы вы вернули карту. Сделаю, что смогу. Но если вы мне лжете... Господин Сакай, я предельно честна. Спросите последнего, кто усомнился в моей искренности. Вы узнаете его по мухам, облепившим голову. Будьте осторожны. Многие знают вора, который забрал карту, и знают, на что я готова, чтобы ее вернуть. А вот и колодец трех дорог. Но где игорный притон? Идет эта тропа. Это и есть игорный притон. Похоже, он заброшен. Эй! Карта моя! Уходи! Я один, Сакай! Открывай! А я Аматерасу, богиня солнца. Уходи! Тут должен быть другой вход. Thank you.
Это ты, Аматерасу? Где карта? Простите, господин, у меня ее нет. Это все ронины. Они приказали вас сюда заманить. Ловушка. Они знают, что вас прислала госпожа Сандзё. Хотят продать вам карту. Самурай, выходи! Есть к тебе дело! Жди здесь. Да, господин. Я готов ее отдать, но не бесплатно. Я не торгуюсь с ворами. Ну да, при этом бываете у них на побегушках. Отдай мне карту, или я сам ее заберу. А я-то думал, ты не умеешь шутить. Нас много, а ты один. Хочешь карту? Плати. Я не буду просить дважды. Убить его! Выколоть ему глаза! Ты пожалеешь! Карта у кого-то из этой троицы. Вот она. Иди домой. Спасибо, господин. Я нашел вашу карту. Надеюсь, это не доставило проблем? Это все ради жителей Тойотомы. Вы ведь собираетесь их кормить, верно, госпожа Сандзё? Я уже говорила. Это мой дом и мои люди. Они голодают, у меня есть еда, и они ее получат. Тогда я вас оставлю. Спасибо, господин Сакай. Thank you.